И всем привет, с вами Ранни, и сегодня мы вместе с вами сразимся с Таносом в Майнкрафте без модов. Ну и давайте уже приступим. И, кстати, на канале уже почти 50 тысяч подписчиков, всем за это огромное спасибо. Ну и вы можете, типа, подписаться, если еще не подписаны. Ну и на колокольчик тогда уже нажмите. И лайк поставьте под это видео, почему бы и нет. Если что, сегодня мы рассматриваем не команды, а датапак. И в конце этого видео я покажу вам, как же его установить. И, кстати, вам также понадобится установить ресурс пак. И ссылка на все это будет, конечно же, в описании. И, кстати, находимся мы сейчас на последнем снапшоте версии 1.14. А именно на 19v13a. Ну и давайте уже приступим к призыванию самого Таноса. И для этого нам понадобится скрестить 100 животных. Я серьезно. Да, я, в общем, тут скрещивал только коров, но вы так не делаете, вы скрещиваете два вида животных, а не один вид. И тогда у вас точно появится Танос. Ну и у вас, наверное, возник вопрос, а как же узнать, сколько животных вы уже скрестили? А все очень просто. Вам нужно зайти в статистику, и вот тут написано у вас Animals Breed. И пока что у меня всего 9, а нужно 100. И я переместился в новый мир, потому что там у меня Танос не призвался. Это его музыка. Это она звучит в аду. Опа, опа, так. Юма, подождите. А где Танос? О, я знаю, что мне делать, чтобы найти его. О, да-да. Так. Опа. Так. Опа. Опа. Он там. Ой, а, да, он в блоках, вот он. Танос, ты чё, братан? Вот он, ребята, посмотрите. Сейчас. Танос, ты чё тут застрял, друг? А чё с ним? А выходи ей. Ну, в общем, вот такой вот Танос. И сейчас мы будем с ним сражаться. Да подожди, Танос. Лё, вот это он делает, конечно, вещи, окей. Я беру себе, значит, алмазную броню, беру топорик и чарую его на sharpness 5. А это чаруем на protection 4. Все, я готов, Танос. А ты готов? Game mode survival. Опа, опа. Что такое? На. Оп. На. Он мне голод дал? Танос. На. На. Ой, стоп, стоп. Все, съел и вперед. На. Ой-ой, что он творит? Что он творит, ребята? Я только не понимаю, а где звуки из Майнкрафта? Они исчезли просто. Отдавай свои камни бесконечности, отдавай. Отдавай, отдавай. Что ты мне сделаешь? Что, а? О, опять тпхнул. Да, он все-таки меня тпшит. На. All that for a drop of blood? Воу, он все взорвал тут. Прикольно. Еще половина хп у него осталось. Он меня замедлил, да? Хорошо, хорошо, молодец. Но ты же понимаешь, что я тебя убью. Любой ценой, понимаешь? Любой ценой я тебя убью. Ой-ой-ой. И сушение, да? Давай, Танос, ну что ты мне сделаешь? Вот что, вот даже если я сниму свою броню. Вот, ну, и что? Давай. А, ну потому что у меня, да, наверное, есть эффекты. Так, подожди, Танос, подожди. Стой. Сейчас эффект... Эффект... Вот так дел... Стоп, эффект clear. QA. Так, и... А ну? Ну нормально, он сносит, в принципе. Да, я даже без брони его убью. А, ну нормально, чё? Ну нормально. Ну что, Танос, на. Опа. Аккуратно, аккуратно. Так, это мне вот это надо. Ну и погнали. Во, он меня ослепил. Жестко, жестко. Да. А, еще это что-то? Я ничего не понимаю, я пьяный был. Так, и последняя полоска у него. Жизней. Три полоски. Да зачем ты меня тпшишь? Ну я же тут, ты что, не видишь меня? Да. Опа, и... Юш... You should have gone... Он типа сдох или ушел? Я так и не понял.
Кстати, звуки вернулись. Ну, нормально, да. Ну, в общем, вот такая у нас была битва с Таносом. А теперь давайте посмотрим на еще один датапак, и связан он с фильмом «Капитан Марвел». И для этого датапака вам тоже понадобится ресурс-пак. Вот он. Ставим. Загрузочка у нас такая идет. И мы его поставили. Что ж, теперь мы заходим и спавним кошку. И не обычную кошку, а именно оранжевую. То есть, вот такую. Теперь мы берем наковальню и вот эту штуку. И называем ее гусь. Называем. Все. Так, и где же наша кошка? А вот она. Окей. Все. И мы ее также можем приручить. Давайте возьмем рыбу. Нет, я не хочу. Селмана берем, да? Так. Хотя, там, наверное, нужен сырой, да? Наверное. Где она? Блин, опять убежала куда-то. Кошечка. Кс-кс-кс-кс-кс. А тебе что надо? Иди отсюда. И... Вот она, вот. Стой-стой. Все, все, здорово. И теперь, подожди ты, подожди, подожди. Да, я все понял. Стой, стой. Вот. Вот жди. Сейчас, подожди. Подожди, я поставлю день. Стой. Значит, сиди. Все. Теперь мы спавним, например, хаска. Где тут хаск? Хаск. Сейчас. Это что? А, нормально. Хаск, вот, вот. Спавним и... А ну... Вы это видели? Она его убила. Еще раз давайте, окей. Сумон Миникрафт. Хаск. Ай-яй, чувак, ты что меня бьешь? Оп. Ну, в общем, и вот так она может делать. О, и ты тоже умираешь. Все. Все, в общем-то, очень интересно. И, кстати, напишите в комментариях, смотрели ли вы уже фильм «Капитан Марвел». Потому что я еще не смотрел. Да, вот такой вот я. Ну, да. А теперь мы переходим к установке. И чтобы установить эти датапаки, вы для начала создаете новый мир. И пишите здесь, например, жопа. Все. Создаем. Все, мы его создали, кстати, нормально. Теперь выходим из него. Нажимаем Edit. И нажимаем Open Word Folder. Окей? Вы заходите в Datapacks. И сюда вы закидываете два датапака. На Таноса и на гуся. Нажимаете Save. И заходите в мир. И теперь там у вас есть и Танос, и гусь. В общем, вот так. И не забудьте также установить ресурс пак. Да, обязательно. Ну что ж, вот такое у меня получилось видео. Я надеюсь, оно вам понравилось. Конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И не забывайте делиться этим видео со своими друзьями. Ну а мы с вами еще увидимся. Всем удачи, всем пока, друзья. Пока-пока. Вот так вот отстрелялся.